А сейчас все плохо, да? Но ты мне не даешь видеться с детьми. У тебя есть желание? У меня есть желание. Приезжай приезди сейчас, в город. Приезжай, ты их увидишь. Приезжай да, сейчас. Ты такой грозный, приезжай. Давай, сейчас. Страдающая мама, приезжай. А почему я должна ехать по твоим просьбам, именно в твой дом? Привези их в город. Привези их ко мне. Обнимай почему ты не можешь своих приехать? Адвокатов, обнимай своих адвокатов да. и журналистов. Да, и не пугай детей. Да, будь счастлива, да. девочка, пока. Куколки маме, на маму. И ты маме на принцессу своей мамочки, да? А ты привет, мамочке твоей большой, и сестре тоже. Боже, у тебя столько... Здоровья вам большого. Боже, тебе тоже здоровья желаю. И тебе здоровья, родная. Мы все за тобой скучаем очень сильно. Так. Да, записывай разговор обязательно. Обязательно. Будь здорова. Ты прям такой нервный. Есть что сказать? Нервный. Я хочу с детьми поговорить. Мне с тобой поговори. Не говорить. А тебе есть что говорить по факту? Что ты перебиваешь ребенок? Ребенок со мной разговаривает. Что ты перебиваешь? Поговори с ней. Тебе хочешь мама разговаривать? Поговоришь? Дочь. Поговори с ней. Спроси. И мы каждый день не хваем, вот, и каждый день не такие хваем. Да, сходится, когда выходные есть, мы с ней хваем, когда она в школе, я там сама нахожусь с папой, и там еще у него дело. А ты в школу ходишь? Нет. Как это нет? Нет, мы не говорим маме, куда ты ходишь. Ты ходишь в школу? Ну да, так хожу. Тебе интересно? Мы не говорим, конечно, какие папа. Какие у тебя друзья там? Слав, там еще один, и еще одна девочка, подружка, и все, я забыла, как ее зовут. Просто мама, если ты знаешь, куда ты ходишь, она тебя туда заберет и больше не вернет туда. Да, пугай папа ребенка, пугай. Мама вас любит и плохого ничего не желает. Как ты дальше надоела в школе, как ты еще младше надоешь в садике, да? Да, а что ты младшего прячешь? Что ты младшего ребенка прячешь? Не знаю, там кто ест, ходит, чучки помнит, там что-то кушать. А тебе непонятно, это да? Папа просто запрещает вам общаться да, с мамой. Да, конечно. Ударься головой об стенку, родная. Как ты разговариваешь вообще? Нормально. Как ты разговариваешь? Как ты заслуживаешь, ты. Как ты свою семью оскорбляешь, ты. Ты выпил? Ты пьяный? Я? Ты что? Хватит пить. Ты глупости говоришь? Хватит пить. Это ты пьешь каждый день. Тебе ничего хорошего не приведет, Виталий. Мне люди говорят, твои соседи, Виталий. Что ты пьешь каждый день. Да, каждый день, Виталик. Ну, врать ты хоть и... Да ты посиди, ты детей посиди, ты пьяная постоянно. Тебе не стыдно? Ты в школу приходишь с запахом алкоголя. Алкоголя? Ты что заикаешься? Уже бутылочку выпил? Тебя это парит? Бутылочку уже выпил? Нервы тебя это покоя? Парит? Ну тебя же только бутылочка помогает. У тебя все нет. Хорошо? Нет, у меня не все хорошо. Ты чужих детей будешь с Новым годом поздравлять? У меня детей нет со мной рядом. Как у меня может быть все хорошо, Виталик? У тебя все плохо? Да, у меня детей нету. Ты обманываешь всех да. во всем. Ты сказала, где ты работаешь да. в Афине. Тебя там нету. Ты не арендуешь помещение, Кристина. Виталий. Тебе не получилось записать на маникюр. Да. Да. Ты врешь. Ты врешь все время. Как твоя сестра Люда, как твоя мама Галя. Виталий. Вы все в разводе. Виталик, это твое мнение. Это смысл вашей жизни. Оставляй его. Родить детей и выбросить мужа. А детей оставить на несчастное проживание. Это неправда? Ты хотел мне это все сказать? Ты сказал, дай мне поговорить с детьми. Я не хочу с тобой разговаривать. К сожалению, ты не слышишь себя. А ты слышишь тех, кто с тобой рядом. Виталий, когда ты слышишь, кто да. с тобой рядом, и поверь мне, ты будешь жалеть об этом, что ты слушаешь да? не себя, а кого-то. Давай, борись, Кристиночка, борись. Удачи тебе. Пока. С детьми дай мне поговорить. Пока, удачи тебе. Дай мне с детьми поговорить. Алло. Ты неадекватная мама. Не повышай. Журналистская мама. Не, как дела у тебя? Если ты выпил, то не повышай голос на меня. Я разговариваю да ладно, с ребенком. Что ты? Чтобы хорошо было слышно. Я разговариваю с ребенком. Дай мне поговорить. Разговаривай с дальше. Разговаривай. Они... постоянно где-то бываем там. Спроси, мама пьет пиво? Анечка, мама не пьет, и не слушай папу, пожалуйста. Все, что папа вам говорит, это неправда. Мама вас неправда, любит и да, ждет неправда. Домой. Мама ждет а вас мама домой, девочки. А мама с другими дядями, нет? Мама ждет вас домой. К
Конечно. А что ты тогда этим детям? А почему ты детям не отдаешь любимые вещи? Игрушки, почему? Потому что ты детей не любишь, правильно? Я люблю детей. Не в этом заключается счастье. А ну расскажи, как ты их любишь, расскажи. Виталик, не в этом заключается счастье. Я тебе могу сказать, не в игрушках. А в чем? Расскажи им. Им, то, что ты запрещаешь им с мамой видеться, понимаешь, ты им делаешь травму. Они не хотят с тобой видеться, потому что ты прошлое, девочка. Да, прошлое. Ты делаешь им больно и неприятно своими поступками. Это твое мнение, Виталик, но это никак не детей, понимаешь? И то, что ты накручиваешь детей, ты делаешь плохо им. Аня, ты хочешь поехать жить к маме? Скажи, да или нет? Нет. Почему? Потому что... И тут хорошо живется, а там плохо. Съела, девочка? Съела, потому что ты ее накрутил детей. Съешь и перевари, поняла? Ты ее накрутил детей. Приезжай к нам сама, посмотри, как они живут, и услышь их мнение. И сделай для себя вывод. Не нужно им делать говно со своими журналистами продажными. И со своими вонючими адвокатами, поняла? Ты все сказал? И непонятно, каким образом ты зарабатываешь на этих адвокатов и журналистов. Своим телом или чем ты зарабатываешь? Ты все сказал. У тебя же нет работы, ты не работаешь в Афине, я заходил туда. Ты все сказал. Ты безработная, ты врешь всем, в том числе и детям. Боже, у тебя столько негатива внутри, Виталик. Да не негатив, это правда, которая против тебя работает. До свидания. Девочка, застрелись.